цели. К-52 – единственный в мире боевой вертолет, оснащенный системой экстренного катапультирования, которая позволяет сохранить жизни экипажа даже в случае поражения средствами ПВО. За защиту машины отвечает бортовой комплекс обороны, способный противодействовать лазерным средствам наведения, бороться с нацеленными ракетами и устанавливать активные помехи. В данный момент, кроме России, К-52 состоит на вооружении только у Египта. Североафриканское государство располагает парком в 46 боевых машин этого типа. К-52 стал одним из символов армейской авиации за время проведения специальной военной операции. Узнаваемый профиль двухвинтового вертолета часто появляется в репортажах с фронта. Остается только надеяться, что российская промышленность сможет выпускать достаточное количество таких необходимых машин.